Всем привет! В этом видео мы поговорим о восстановлении сайтов из веб-архива. Подписчик канала Евгений спрашивает, спарсить сайт и развернуть себя на хостинге – это то же, что восстановить на дроп-домен сайт из архива, в том случае нет доступа к админке сайта. Спарсить сайт и развернуть на хостинге – да, это восстановление из архива в большинстве случаев. Но эту цитату он взял из моего соседнего ролика. И доступа нет к админке, если вы это восстанавливали без использования сервисов. Ну, например, вы взяли скрипт с GitHub, как он там называется, Web Machine Downloader или как-то так, и там действительно никакой админки нет, у вас просто статичная копия. Либо если вы воспользовались моим способом, про который я рассказывал около года назад, про восстановление сайта со старого хостинга. И там вы, конечно, тоже выкачиваете статичные страницы, не имея доступа к админке, конечно, потому что это не полноценный сайт, а это просто его копия статичная. Но у современных инструментов восстановления есть некоторое подобие админки. Такой есть у MyDrop, mydrop.io. Если у них есть копия этого сайта, то можно эту копию скачать, обычно там за рублей за 300-700. Либо, и будет админка к этому некоторая. Либо это, например, инструмент Archivarix. Он позволяет выкачать сайт из веб-архива и воспользоваться их же админкой для редактирования этого сайта. Как уже сказал, админка это не полноценная, не такая же, как в WordPress или Bittrex, например. Но она позволяет, например, там массово заменить какие-то коды счетчиков, удалить какие-то битые ссылки, если вы знаете. Вы знаете, что сквозная картинка где-нибудь, или сквозная ссылка где-нибудь ведет не туда, или картинка битая. Вы берете ее и на всех страницах удаляете. Не всегда удобно, не все можно делать, но в целом это админка. Это админка, и с этим можно пользоваться. А в остальном, конечно, вы, забирая чужой сайт, если вы его не купили и не договорились с прошлым владельцем, что вам дадут полностью копию этого сайта вместе с админкой, вместе со всем движком, то, конечно, у вас доступ к админке не будет. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы в комментариях, приходите на бесплатный мастер-класс, ссылка на него в описании. Пока!